С 25 сентября по 2 октября Самара стала центром театрального искусства в рамках фестиваля «Волга-театральная». Конкурсную программу открыл спектакль театра «Самарская площадь» с постановкой «Кавказский меловой круг», уже отмеченный критиками. На закрытии публика увидела в исполнении Уфимского драматического театра Чеховского Иванова. Это очень хороший театр, профессиональные артисты, замечательная творческая атмосфера. Я желаю всем приятного вечера, тем более, что Уфимская драма уже 4-й раз участвует в театральной, в Волге театральной. Я желаю всем хорошего вечера театрального и прекрасных эмоций. «Волга театральная» – единственный фестиваль в Поволжье, объединяющий профессиональные коллективы. Впервые он прошел в 2013 году. С тех пор стало традицией проводить фестиваль раз в 2 года. За это время спектакли посмотрели более 22 тысяч зрителей. Фестиваль 5-й, несмотря на все те сложности, которые мы испытывали последние 2 года, он состоялся. И большая благодарность нашему самарскому зрителю, который приходил на спектакли, который смотрел эти спектакли, который принимал, либо не принимал их. Но тем не менее, у фестиваля есть продолжение, и мы будем ожидать уже в 2023 году 6-го фестиваля «Волга театральная». В конкурсной программе представили постановки 13 театральных коллективов из 9 городов Поволжья. Самара, Новокуйбышевск, Тольятти, Ульяновск, Набережные Челны, Уфа, Саранск, Саратов и Арзамас. В фестивале приняли участие спектакли, премьеры которых состоялись за последние 2 театральных сезона и получили высокую оценку зрителей. Хочется пожелать всем участникам, всем театральным коллективам, театральным труппам пожелать успехов в их прекрасном труде, новых свершений и побед в следующих фестивалях. Фестивальные спектакли проходили ежедневно на площадках театров Самары и Новокуйбышевска. Критики и члены жюри отметили яркость и неожиданное прочтение давно известных произведений. Даже признанные мэтры выходили на сцену с большим волнением. И это тоже очень ценно, потому что актер до сих пор ценит зрительское внимание. Истинное, искреннее, непридуманное. Поскольку театр – это единственное место, где общение непосредственно. Ни кино, ни телевидение ничего подобного дать не могут. Лучшие работы в разных номинациях получили 16 наград. 10 остались в Самарской области. Гран-при фестиваля «Волга театральная» досталось Новокуйбышевскому театру студии «Грань» за спектакль «Мария Стюарт» по пьесе Шиллера. Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События.